Больше 1000 барнаульцев пришли на вечер памяти Юрия Шатунова в парк «Изумрудный». Поклонники творчества певца делились воспоминаниями о концертах, показывали друг другу автографы, фотографии и, конечно, пели любимые песни. С фанатами пообщалась наша съемочная группа. «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь» – песни, известные, наверное, каждому жителю нашей страны. Они прозвучали на вечере памяти Юрия Шатунова в барнаульском парке «Изумрудный». Представители фан-клуба певца принесли его портрет, лампадку и выложили надписи из свечей. Очень скоро парк заполнился цветами. В соцсетях мы сделали посты, что состоится вечер памяти, будут портреты, желающие могут принести с собой белые розы. Юрий Шатунов родился в 1973 году в Республике Башкортостан. Когда ему было 11 лет, мать умерла, и будущего певца оформили сначала в детский дом, а затем перевели в Оренбургскую школу-интернат. Именно там он познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, а после с музыкальным продюсером Андреем Разиным. Тогда и началась история группы «Ласковый май». Даже спустя 3 десятилетия песни коллектива продолжают звучать. Мы уже неоднократно в парке проводили дискотеки, на которых тоже всегда вспоминали о Юрии Шатунове, прокручивали его композиции. На первой дискотеке у нас «Белые розы» композиция проиграла 6 или 7 раз. И поэтому идея была общая, совместная, и мы приняли решение проводить данное мероприятие, поскольку оно нужно большему количеству людей. Не все могут выехать в Москву, не все могут побывать на главном вечере памяти Юрия Шатунова. Поэтому мы решили провести такое мероприятие и в Барнауле. В этом году в Барнауле должен был состояться концерт Юрия Шатунова. Столице в 2004, 2007 и 2014 годах. Мы очень любим, всю жизнь любим его, являемся его поклонниками с 12 лет. Всю жизнь с ним, следили за его концертами. Я обожаю Юрия Шатунова, я вырос на его песнях тоже, особенно на песне «Не бойся», а на песне «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер». Мои родители выросли, поэтому я пришел сюда тоже, так сказать, почтить память о нем. А Юра вообще мне близок был, потому что он детдомовский человек был, и я детдомовская. Я очень скорблю. Он очень-очень хороший человек был. Это чувствуется даже. Не бойся, не бойся, не бойся. Пусть ветер задул, свечеров нет, за окнами прячется осень. А я не боюсь, тихо шепчешь ты мне, а я не боюсь, а я не боюсь. Юлия Шаламова, Анатолий Фукс, новости.